tray table folded, armrest down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic device. Emergency exit, can you find your life jackets in the panel just up overhead? In case of loss of cabin pressure, please remove your face cover before placing your oxygen mask over your nose and mouth. Notausgänge sind mit einem roten Exit-Symbol gekennzeichnet. Flugwegmarkierung am Kabinenboden weisen diese Lids zum nächstgelegenen Ausgang. Die Ausgänge befinden sich zu beiden Seiten des Flugzeuges, im vorderen Teil, in der Mitte und im hinteren Teil der Kabine. Sie finden alle auf. Отстраивается. У меня 3 часа свободного времени между автобусом и самолетом. Вернее, между самолетом и автобусом. Вот решила погулять, посмотреть. Когда-то здесь была железнодорожная станция, центральный вокзал. От него остались только вот часы. А все остальное это какие-то... Ну, я вам скажу, уж размахнулись, так размахнулись. Это чтобы вот никому не повадно было. Я не знаю, что из этого получится, ведь это только часть здания. Ну, не знаю, если денег хватит. И это центр Риги. Похоже сейчас на какие-то, не знаю, задворки. То есть самый центр Риги. Вон петухи и вон... Центральный рынок. Да, не скоро тут будет красота, не скоро. Но зато размах. Когда-то этот подземный переходик проектировал мой отец. Ну, не один он, конечно, все бюро работало над ним. Но тем не менее. Теперь опять все перестраивают. Не знаю, что из этого будет. Но на самом деле зрелище, я, честно говоря, в ужасе. Особенно вот этот Стокман меня. Это ж надо было такую хлобуду прямо в центре забульбинить. И это уже не стройка, это уже готовый дом. Обалдеть. Да. Когда-то боролись за архитектурный ансамбль. Какой тут ансамбль? Бабки. Бабки. Забульбинец, бетонный глот в самом центре. Да. Зато всегда радует цветочный рынок. Это, правда, искусственные цветы. Но там дальше есть и натуральные. И, конечно, тряпочки. Некоторые вещи никогда не меняются. Хоть эти дома сохранили в своем старинном виде. Как были когда-то склады, так и остались. Единственное, что еще осталось из старого облика, это автобусная станция. Вот она, на мое удивление, осталась без изменений. Там уже виднеется старая Рига. Ну, я что-то, наверное, не дойду до нее. Сил нет. Я уже порядком измоталась, а меня ждет еще 5 часов дороги и
полтора часа ожидания. Да, красота, конечно. Перекус в кафешке. Опять же, на стройке. Ну, что поделать, с кругом стройка. И на кафе тоже. В кафе тоже стройка. Эх.